Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи», в студии Марии Руда, и сегодня у нас в гостях Марина Николаевна Тихонова, директор медицинского центра «Вера». Марина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, центр ваш работает в Рязани уже более 20 лет, уже очень хорошая репутация сложилась, и в основном вы специализируетесь на похудении. Правда ли это так? Ну, на самом деле, большая часть пациентов к нам приходит именно худеть, поскольку у нас комфортное похудение. Но кроме этого у нас и другие направления есть. А какие? Мы занимаемся герудотерапией, лечением пиявками. Мануальный терапевт, кинезиотерапевт у нас принимает тоже достаточно давно. 20 лет работает Новиков Андрей Анатольевич. Но действительно большая часть пациентов приходит к нам сбросить лишний вес. Скажите, пожалуйста, вы говорите комфортное похудение. Что это такое? Оно действительно комфортное похудение. Настолько изумительная методика. Тут хоть верят, хоть не верят пациенты, но они начинают худеть и понимают, что аппетит пропал. Это уже комфортное похудение. А когда еще и гормональный фон приходит в норму за счет вот этих волшебных иголочек, там микроиголки, которые ставятся на пальчики рук, на пальчики ног. В отличие от больших иголок, их называют корпоральной акупунктурой, эта методика срабатывает с первых сеансов. Ну, у большинства пациентов. Вот. И когда гормональный фон нормализуется, человек начинает постепенно худеть и худеет от полугода до года уже без нас. Потому что те пациенты, которые у нас в нашем центре сбросили по 40 и даже по 50 килограммов, это реальные наши пациенты есть. Это пациенты сбросили не на самом курсе, а вот в течение тех полугода, 8-10 месяцев по окончании курса лечения. Курс – это сколько процедур должно быть? Вы к нам пациент приходит и ходит к нам в течение месяца. Это вот, ну, примерно сколько процедур? Каждый день надо приходить или несколько раз в неделю? Нет, пациенты ходят 2 раза в неделю. Это тоже очень удобно. Всего по полчаса каждая процедура. Пациент выбирает свое время, когда ему удобно приходить. Вот. А когда заканчивается курс, у него уже есть сброшенные килограммы, то есть стимул однозначно появляется. Более того, повторюсь, у него пропал аппетит. И насыщение настолько быстрым становится, что даже если бы он хотел много съесть, он не может. Очень быстро сигнал в мозг идет, что я уже наелся. Вот. Поэтому человек дальше довольно комфортно худеет. Марина Николаевна, вот вы говорите методика. Это вот та самая корейская методика суджок? Да, это вот эта методика суджок. А в чем смысл основной? Ну, в Азии всегда популярна была иглотерапия. У вас это иглорефлексотерапия называется, я так понимаю, правильно? Иглорефлекс-терапия – это общее понятие. И вообще рефлекс даже терапия – это общее понятие. А суджок-терапия, ее называют микроакупунктура. Там малюсенькие иголочки ставятся на пальчики рук, на пальчики ног. Кто-то, кто поверхностно знаком с суджоком, знает, что можно на определенные точки ставить даже семянки. И действительно бывает результат. Но мы ставим иголочки. Это более глубокое воздействие. Это воздействие на меридианы энергетические. И это не метафизика. Это раньше считали, что это метафизика. На самом деле есть даже прибор, который фиксирует направление движений в меридианах и их цвет. Поэтому это абсолютно объективный метод, который объективно срабатывает, который позволяет людям, которые уже веру потеряли, похудеть, похудеть. И не только. Потому что это мощная лечебная методика, которая дает очень сильный оздоровительный эффект. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что у людей вот за счет вот такой акупунктуры пропадает аппетит. Но насколько он сильно пропадает, этот аппетит? Пропадает ли он вообще, или это все в разумных пределах происходит? Насыщение, скорее, даже быстрее идет. Хотя аппетит действительно притуплен. Кушать не очень-то хочется. И еще не хочется есть именно неправильных продуктов. От жирного тошнит. Тяга к сладкому вот как раз может пропасть до отвращения. Это временный, конечно, эффект. Но на год вот этого эффекта, когда вообще нет аппетита, хватает. А потом пациент просто привыкает есть маленькими порциями. Потому что у нас вот пациенты приходят через 5, через 8 лет. А тот-то вес они не набрали, с которым когда-то к нам пришли. Если человек, вот как я сказала, сбросил 25 или 40 килограммов, а 40 не один пациент у нас сбросил, и потом прибавил 8 килограммов, он бежит, конечно, он не хочет больше толстым быть. Вот. Это как раз говорит о том, что метод очень хорошо работает, и вес сброшенный хорошо держится. Ну и опять, наверное, привычка правильно питаться, она вырабатывается. Совершенно верно. Как раз на первом сеансе мы рассказываем, как правильно построить питание. Никаких жестких ограничений нет, поэтому гурманы пускай даже не боятся.
вся их еда практически у них останется. Ну, фуагра, наверное, у нас в Рязани не особо много едят. Так что такие жирные блюда они бы и не смогли есть. Я уже сказала, что от них начинает подташнивать. Вот. Ну, жирные это какие? Шашлык? Шашлык, вот я вам сказала, фуагра, если кто-то привык там вот какие-то изыски свои есть. Они не смогут просто есть много. Вот если даже шашлык, кстати, ешь, два куска съедаешь, ну, небольших, и ощущение, ты объелся, все. Вот. А вот как раз овощи с удовольствием ешь. То есть полезные это продукты с удовольствием ешь после нашей методики. Ну, то есть это те продукты, овощи, которыми вот сложно насытиться, как правило, уже человек учится ими насыщаться. Ничуть подобного. Мы не убираем белки. Мы человеку говорим, что белок должен присутствовать обязательно. То есть это кусок мяса, рыбы, или там яйца, или молочные продукты, если человек ест. Вот. А просто действительно хочется зелени, хочется овощей и фруктов. Но, видимо, оздоравливается организм, и вот требуется такая здоровая, хорошая пища. Но это же еще и вкусно. Это еще и вкусно на самом деле. Тем более сейчас осень, такое благодатное время, когда все плоды уже поспели, и персики, и арбузы, и дыни. Я тоже так же считаю, и пациентам, которые пришли вот в данный период, я говорю, вам очень повезло. Вам настолько легко худеть, потому что настолько много правильных сейчас продуктов, и кабачки, и баклажаны, и правильно вы сказали, и фрукты сейчас. Вот, поэтому люди действительно легче худеют в это время. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, ну вот медики на протяжении нескольких лет твердят уже о том, что сбрасывать лишний вес резко в течение нескольких месяцев, там за месяц, грубо говоря, 40 килограммов, это очень вредно. Вот у вас происходит постепенное снижение веса или все-таки человек раз и теряет все килограммы свои? Нет, нет, я же вам только что сказала, что за первый месяц постепенно раскачивается вес. А вот когда человек уходит, основной вес уходит с 3 по 6 месяц. И здесь он не уходит стремительно, он действительно уходит постепенно. Более того, те правила похудения, о которых знают и эндокринологи, и диетологи, они действительно включаются. То есть бывает то так называемая плата, когда человек, допустим, сбросил первых 6 килограммов, вес постоял, привыкла эндокринная система к новому весу, идентифицировала как свой новый вес, и дальше вес очень даже хорошо пошел. Вот. Поэтому немножко постоял, дальше начинается сброс. И человек, получается, постепенно сбрасывает, ничего не обвисает. Еще чем хорош этот метод. Ощущение, что вы ходите в спортзал. Вот ощущение, что все подтягивается. Видимо, уходит еще лишняя жидкость, которая дает лишнюю рыхлость. И поэтому человек приходит и говорит, ну как так, я в объеме уже там чуть ли не на 2 размера сдулся, а по килограмму там, допустим, еще только 4 килограмма сбросил. Но мы говорим, что это как раз вот нормально для этой именно методики. Поэтому кто боится, что все обвиснет? Не, у нас такого не бывает. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, ну вот, конечно, вы так рассказываете, удивительный просто метод. А метод деле. Удивительный и есть. Скажите, а вот... какой вес может быть вот отправной точкой? С какого веса к вам должны приходить люди? Ну, они сами решают. Я, например, не люблю набирать даже 3 килограмма, поэтому я благодаря спасибо этой методике и худею. Скажем, если я за зиму набрала 3 килограмма, я их очень быстро убираю с помощью этой методики. Вот. А для кого-то 20 килограммов, может быть, это только вот, как бы порог, когда он начинает задумываться, что тяжело ему носить этот вес. А так-то у нас есть пациенты, 150 килограммов приходят и начинают худеть. И мы работаем с ними, они сбрасывают и по-другому чувствуют себя. Скажите, ну вот, наверное, человек, который весит 150 килограммов, мне кажется, что я могу ошибаться, я не специалист, но, наверное, в этом случае нужна еще и психологическая помощь. Дело в том, что суджок срабатывает таким образом, что и... вес сам постепенно уходит, и седативный эффект очень хороший. И я думаю, что вот в этом случае, именно в этой методике, психологическая-то помощь не нужна. Единственный вопрос, который должен задавать себе человек, если он вечером пошел к холодильнику, не потому что он захотел есть, а просто его потянуло, что в данный момент я заедаю. Вот попробуйте задать себе вопрос, вот мне, например, достаточно его задать, чтобы не пойти к холодильнику. Мы под пациентом тоже это говорим.
Ну вот есть такие советы, вот тоже врачи-диетологи иногда советуют, если вы захотели ночью там что-то или вечером скушать, попейте водички, у вас все пройдет. Да, действует это? Нет, могу сказать так. Для водички тоже есть свои биоритмы у каждого органа. И, скажем, почки активны с 5 до 7 вечера. И пациентам я рекомендую как раз пить основное количество воды до 7 вечера. Вот. Ну, во-первых, нужно разобраться, почему человек не спит ночью, он вообще-то спать должен. Во-вторых, лучше, конечно, не кушать ночью. И еще, чем опять хорош наш метод. Сон восстанавливается. Настолько выраженный седативный эффект, что те люди, которые страдают бессонницей, у них сон восстанавливается, они перестают есть. У нас были такие пациенты, которые говорят, вот иду как сомнамбула к холодильнику и ночью чего-нибудь, говорит, съедаю, а утром корю себя. Но вот такого потом не происходит, просто человек до утра спит спокойно. Это удивительные просто какие-то вещи. Метод удивительный. 20 лет мы работаем с этой методикой, и пациенты, которые пришли, теперь говорят, что «а почему же мы раньше-то не пришли?» Ну, действительно, нам помогает хорошо худеть. Скажите, пожалуйста, вы же ведь врач по своей первой, да, конечно, специализации? Конечно, да, я врач. Врач, а иглорефлексотерапия – это моя вторая специализация. Скажите, как вы вообще нашли этот метод? Как вы пришли к нему? Почему решили обратиться? А мне просто интересна была эта методика. Я проходила образование у нас не традиционных методов лечения в Москве. Вот я на базе прошла, потом у нас достаточно долго приезжал основатель метода Пак Дживу, кореец. Он проводил у нас семинары, ну, довольно часто. Прям вот я бы даже сказала, раз в полгода-то точно он был у нас в Москве. Вот мы ездили на его семинары, это не трехдневные, это по 2 недели семинар. То есть я жила в Москве, я нарабатывала эту методику. Методику очень люблю. Если ей правильно заниматься, если знать основы этой методики, она работает чудесным образом. Ну вот, если взять Южную Корею, да, мы знаем прекрасно, что у них чудесная кухня, что они много едят, но при этом они все остаются очень тоненькими, крайне стройными. Это вообще нация, мне кажется, самая стройная в мире. Ну, это, я думаю, генетика. Посмотрите на итальянцев, у них тоже мужчины поджарые, да и женщины, в общем-то, стройные. А трапеза у них может продолжаться с 8 вечера до 11, до 11:30 ночи. И они едят пасту, они едят пиццу. Ну, я думаю, что это действительно генетика. То есть у нас плохая генетика? Я не скажу, что у нас плохая генетика. У нас, скорее всего, люди неправильно питаются. Едят вот то, что сейчас под руку попало. А если бы... Ну, как бы правильно распределили свое питание. Мы же вообще не заставляем пациентов-то голодать. Мы не заставляем считать калории, потому что это не очень комфортно, мне кажется, считать калории. А пациент-то худеет, потому что мы ему рекомендуем кушать через каждые 2,5-3,5 часа. И не знать, что каждый раз он сел, трапезу у него там. Нет. Возьмите с собой яблоко, пожалуйста, если вы в дороге в данный момент. Возьмите с собой орешки. Это перекус ваш. Смотрите, а вот так получается, что современный ритм жизни и современная работа у многих такова, что нет даже возможности яблоко скушать. Что здесь вы советуете? Скушать яблоко. Все-таки полюбить себя, да? Конечно, остановиться. Это не так много времени займет. И съесть это яблоко. Тут, наверное, надо научиться расставлять приоритеты. Либо здоровье, либо все остальное. Вот именно. Да? Вы согласны? Да, конечно, я согласна. Расскажите, пожалуйста, где находится ваш центр Вера? Как вы принимаете? В какие часы? Надо ли записываться? Да, мы принимаем по записи. Находимся мы на Полонского, 19, корпус 1. Работаем, ну вот и работаем мы по записи. Поэтому, в общем-то, мы подбираем удобное для нашего пациента время. Бывает, кому-то удобно и в 7 вечера мы принимаем, кто-то приходит утром рано. Поэтому каждый человек выбирает свое время. Уж полчаса для себя может выбрать человек, если он решил похудеть. Марина Николаевна, очень важный вопрос, который я не могу вам не задать. Есть ли у этого метода уникального какие-то противопоказания? Да, конечно, мы не берем беременных женщин. Это пускай после того, как женщина уже родила, приходит к нам. Ну и психические заболевания, людей с психическими заболеваниями мы тоже не принимаем. Вообще считается, что у суджок нет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. И иголку невозможно поставить не туда, в отличие от корпоральной акупунктуры. То есть в суджоке еще очень многое значит психическая энергия врача. У двух разных докторов бывает разный результат при одной и той же методике.
То есть крайне важно взаимодействие врача и пациента, правильно? Конечно. Марина Николаевна, спасибо вам большое за такой экскурс вот в этот удивительный мир просто акупунктуры, за то, что пришли, рассказали, поделились своими знаниями. И вам спасибо. До свидания. Всего доброго. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город».